Теперь, если говорить по-настоящему, мы можем поздравить Евгения Максимовича с этим решением. Решение принято. Евгений Максимович, поздравляем вас. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие главные проблемы стоят перед Россией? И все вы понимаете, насколько тяжело сейчас нашему народу, насколько тяжелая обстановка в экономике. Я думаю, что политическая обстановка будет разряжаться. И много будет зависеть, конечно, от той поддержки, которую Дума будет оказывать. Геннадий Андреевич, примахнитесь. Все, что будет направлено во благо России, граждан страны, для нормальной работы и выживания не только поддержим, а поможем. Но очень хотели узнать, какие основные направления работы будут это правительство. Владимир Вольфович, как вы считаете, насколько правительство будет поддерживать? 7 октября это мощнейшая... Сейчас будут сворачивать все реформы, частный сектор будет разбегаться, а госсектор не восстановится. То есть еще один удар. Он слабый, частный сектор, но он тоже будет убегать сейчас. Ситуация, когда у коммунистов все рычаги, взяли кассу страны, взяли вооружение страны, все ключевое в их руках будет, транспорт, ну все в их руках. Jučer kada smo došli, bilo je divno vrijeme i na neki način... Prvi vizit prezidenta i premijer-ministra Republike Srpske u Moskvu. Etap na puti praktičke realizacije Dejtonskih mirnih saglašenja.